Привет! Вы на канале MyCRobot, и в этом видео я расскажу краткое содержание второй серии шоу «Топ модель» по-украински пятого сезона. Поехали! Суть второй серии в том, чтобы из 30 участников проекта оставить 15 тех самых, которые будут бороться за победу. Чтобы отобрать 15 участников, члены жюри приготовили 4 испытания. Первое задание придумал Костя. Суть задания была – написать на транспаранте протест. Сложность задания заключалась в том, что протест должен был исходить от конкретного человека. С транспарантом участники выходили на подиум, дефилировали и делали финальную точку. После этого испытания из 30 участников осталось 20. Первая ушла победительница онлайн-голосования. Второе испытание придумала Соня. Участники были как бы напитками. Они сфотографировались в отрамном бокале, изображая напиток, в образе которого им посчастливилось находиться. А началось испытание с импровизированной коктейльной вечеринки. После испытания никто не ушел. Третье испытание придумал Сергей. Участники проекта делали селфи, а потом они же ставили лайки и дизлайки своим конкурентам. По итогам этого испытания ушли несколько человек. Четвертым испытанием был показ. Испытание придумала Алла. Ребята демонстрировали костюмы известного дизайнера, их лица были закрыты, то есть они ничего не видели. После этого испытания ушла одна участница. Участников оставалось 16, а должно быть 15, поэтому судьям проекта предстояло решить, кто еще покинет шоу. Ребят собрали, чтобы проанализировать их работу, и чтобы сказать им, кто еще уйдет. Кто и за что покинул шоу, расскажу в следующем видео, которая появится на моем канале уже сегодня. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. А пока, до скорого!